Да, ро, субтитры завезли сразу. Ну, летнее звучание, максимально летнее. Ну и посыл, в принципе, тоже. Эх, Париж, Париж. Ну вот в отрыве от Unveil'а, то есть когда была Unveil, не было до конца понятно, каким будет трек. Ну, даже так, было понятно, но не было понятно до конца. И в целом он звучит круто. Опять же, лето, летнее настроение, только что не такой фильтр, немножечко сероватый, что немножечко не подходит. Ну это ладно, бог с ним. В принципе, трек уже классный, мне уже летит в плейлист 100%. И как же, блин, символично, что они это снимали именно в Париже. Опять же, знакомые места, типа... Эх, Париж, скучаю по тебе. Собственно, Dance Like Crazy, танцуй как сумасшедший. Опять же, повторюсь, не зря они снимали во Франции, потому что Франция, в принципе, очень танцующий народ. И даже когда мы были в Париже, мы тоже видели, как люди танцевали на улице, на фоне Лувра. Ну, просто потому, что им так захотелось. И на стиле танцев чайно было много французов. То есть, нация танцующая. И клип был снят тоже во Франции. По сюжету, тут, короче, есть прямая ссылка на фильм «Билли Эллиот», где 11-летнего Билли Эллиота отдали на бокс, но самому Билли бокс вообще никак не привлекал, и он пошел на балет. Вот. Это все он делал втихаря, естественно. После тренер по боксу сказал бате, что вот ваш сын не ходит. Батя такой запретил ему ходить на балет, но все равно сыночка сквозь все преграды шел к своей цели. Все равно тренировался, брал индивидуальные занятия. И когда уже отец увидел, что сын горит этой всей идеей танцев, он стал всячески его во всем поддерживать. И тут мы видим, ну, примерно посыл тот же самый. Танцы, уже были отсылки, точнее, была локация, где боксерский ринг был, раздевалки, то есть все вот туда, это все, все к этому относится. По тексту, ну, примерно все то же самое. Тоже там быть свободным, быть сумасшедшим и все в этом роде. Ну, и клип, опять же, не везде, но местами подчеркивает именно вот посыл танцев. Танец, свобода, движение. Опять же, Париж. Париж красивый. А, и локации на фоне Эйфелевой башни. Это, как будто вчера было. Скучать. Вот сейчас была балерина. Вот оно, да. А я, ну, прям прозрение словил. Yeah.
танцуй везде, в баре, на улице, где угодно. Развитие. Да, просто кайфовый летний трек. Ловишь вайбы, настроение. Ну, не знаю. Мне все равно, как бы то ни было, мне... Ну, когда после первого, после Адвейла, я такой думал, ну, а зачем? А почему? Я до сих пор не считаю, что на этот трек нужен был клип. Но, видимо, так как сейчас лето и хочется такого летнего настроения, то нам, в принципе, это и дали. Опять же, танцы, все это вот дело, все куда надо. Ну и посыл, опять же, быть свободным, быть немножечко сумасшедшим, чтобы лето было максимально прям заряженное, и вот что потом было, что вспомнить. Вот. В принципе, я ничего другого не добавлю. Просто кайфовый трек, кайфовый клип, потанцевали, каждый батлы были, вот это все. Опять же, Париж. Да. Как-то так.